Зачем ты уронил елку? Она говорила, что ты пидор. Что? Елка обзывала меня? Она хотела спиздить у тебя деньги. Елки! Это же дерево, оно даже двигаться не может. Когда тебя не было, она говорила, что ты типа гандон и неудачник, что у тебя типа нормальной работы нет, что тебя вообще никто не любит, кроме твоего кота. Разговаривать она тоже не может. Окей! Ну тогда я это все выдумал, просто чтобы как-то оправдать то, что я порчу предметы дома, а нечего делать от того, что валяюсь целыми днями на диване. Очень на это похоже. Отлично, вот и поговорили. Отлично. А еще у него не было секса полгода. Сука!